Кто не работает, тот катается на коньках, лыжах или сноуборде. Никакими прогнозами не напугать тех, кто новогодние каникулы привык проводить не дома у телевизора, а на улице. Где проводят первые дни Нового года читинцы, в сюжете Надежды Раменской. Телевизору нет, активному отдыху – да. Когда все новогодние салатики почищены, настало время зимних развлечений. Достаем санки, коньки и лыжи и вперед! Дарите друг другу праздничное настроение! Каток объединяет. Здесь и совсем маленькие фигуристы, и молодежь, и представители взрослого поколения. Среди них и профессионалы, и новички, которые делают свои первые шаги на льду. Дома скучнее, а на катке веселее, можно научиться кататься, если ты не умеешь. Меня мама научила, и я думаю, что у меня получается стоять в коньках уже. С Новым годом всех! Ай. Приезжают домой на каникулы и студенты из других городов. Говорят, здесь хоть и по-забайкальски морозно, но дышится легче, ведь все свое, родное. И дома сидеть совсем не хочется. Никита Иванов из Москвы прямиком на каток. Сразу же пошел с друзьями гулять. То есть на лыжах катался уже, на сноуборде, на коньках. Поздравляю всех с Новым годом. Скорее выбирайтесь из дома, хватит уже сидеть, греться. Вон на улице и так, хоть и морозно, но... Солнышко светит, всех зовет быстрее вот, отдыхать. Отдыхают в парке Адара целыми семьями, но скатиться с горки с ветерком взрослые не рискуют. Только наблюдают в сторонке за своими непоседами. А тем только волю дай, эмоции у детворы льются через край. Всем желаю также не сидеть дома, не валяться на диване. Все это можно посмотреть в течение года, а отдохнуть и покататься, насладиться зимним морозным воздухом и... Настоящей зимой забайкальской можно вот в эти новогодние праздники, когда весь народ отдыхает. В запасе еще есть несколько праздничных дней, чтобы окунуться в сказку под названием «Зимние забавы». С ребячьим восторгом скатитесь с крутой снежной горы, прогуляйтесь по зимнему лесу на лыжах или прокатитесь на санях. Научитесь паре элементов фигурного катания, и тогда новогодние каникулы запомнятся надолго. Надежда Раменская, Виктор Баранов, Вести, Чита.